ударил ножом и уехал из города. В Одессе 35-летний мужчина ранил 21-летнего одессита. Добычей правонарушителя оказались деньги, мобильный телефон и несколько ювелирных изделий. Разбойное нападение произошло утром в субботу. Вскоре выяснилось, что пострадавший шел на море, где его ждали друзья. Они же заметили раненого в живот товарища и вызвали скорую и полицию. Молодого парня госпитализировали. Спустя несколько часов поисков 35-летнего уроженца Луганской области нашли в Херсонской области. Полиции удалось выяснить, что мужчина уже был ранее судим за подобные проступки. У него вылучили доказы, серед яких выкраденный в Одессе из автомобиля травматичный пистолет. Зброю направили на экспертизу. Противоправні дії фігуранта слідчі кваліфікували за частиною 4 статті 187 та частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Підозру в розбійному нападі йому вже оголосили. Зараз правопорушник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.